Каким был этот заезд? Веселым? Да. Быстрым? Несомненно. Трудным? И это тоже, особенно в конце. Но кажется, это не вся правда. Это был замечательный пример того, как дружная комьюнити легко преодолевает тяжелые обстоятельства, дарит возможность быть всем на позитиве, а еще искренне, искренне улыбаться. Девчонки, я вас люблю. Этот фильм посвящен вам. И чуть-чуть мокренько.